Привет. Как жизнь Привет. молодая? Отлично, лучше всех. Боже, неужели есть в чате рулетки позитивные люди, которые... Конечно. А еще эти позитивные люди еще на гитаре играют и поют. Что сыграть можете? Давайте, может, что-нибудь вы подскажете? Что вы любите вообще? Могу спеть, например, «Мне нравится, что вы больны не мной». Или могу... Если можно. Могу на французском, итальянском спеть, могу на испанском спеть. Я забыла! Я же пою на разных языках. Ничего себе! Ой-ой-ой! Можно послушать, пожалуйста? Прошу вас очень сильно. А вы где живете? Хотя бы скажите. И я из Донецка. Понятно. Знов зазвучит чутий голос в лісі. Ластівки гнездечко звили в стрісі. А вівчар же не оттеруплає, тьохну пісню соловей загає. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку жде. Біля броду з черемоша б'ють холодну воду. У садочку півчара зустрічає дівчинонька, що його кохає. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася. Я сейчас тоже расплачусь, не надо, пожалуйста. Я мужчина, перед женщинами очень, ну, не привык плакать, но вы заставили это сделать. Вот, у вас дело в том, что сопрано первое. Вот, я думаю, что вы еще и альт можете взять. Вы откуда? Я из Армении. Боже, неужели... У вас такое талантище, вы еще не были на Евровидении. Спасибо вам, очень приятно. Ой, блин, стой, только не останавливайся, пожалуйста. Катя, иди сюда. Катя, иди сюда. Нифига себе, это она. Привет. Да, вот это... Ты, да, вот это парень, который моя любимая. Ты что, не помнишь, что ли? А, камбия, да. Верда, вот это она. Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Por eso vuelo y otros senderos para conocer el mundo de verdad. Ah, no es tarde, pero sí me estoy sintiendo que aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Y tengo sueños de amor. Спасибо. Супер. Как у вас настроение? Все хорошо? Я на тебя подписан. Настроение самое лучшее. Я на тебя подписан. Все твои песни слушаю. Ты самая лучшая. Спасибо огромное. Спасибо. А еще спасибо. Иногда с подружкой поешь, иногда с мужчиной поешь, но ты поешь все равно лучше всех. Спасибо. А вы откуда? Мы из Зеленограда. Блин, ну, так приятно, так приятно. Нифига да, себе. Вы знаете, мне какие эмоции передали? Я сама тоже так неожиданно. Да блин, да нифига себе. Мы на тебя подписаны.
Спасибо. На тебя подписаны, и мы слушаем все твои песни, потому что, ну, это... Знаешь, в чем твой крутяк твой? Я кайфую от того, что ты иногда в камеру смотришь и улыбаешься. Вот это твоя фишка, вот это самое главное. Поешь ты хорошо, но самое главное... Поет хорошо и улыбается, но ты смотришь, на камеру и улыбаешься. Вот это самый кайф. Спасибо вам большое. Нам курьер сейчас еду принес, я даже отложила все к чертовой матери. Спасибо вам, такие, блин, такие хорошие, такая прям энергетика от вас. Спасибо вам огромное. Так от вас энергетика. Вам спасибо. Я любитель русского рока. А, русского рока любитель. Ну, прям на, ну, там, 30 секунд русского рока. Цой, Киш, что-то такое? А, нет, она любит Цой, я люблю Киш. А мне Киш. Мне Киш. А я Цоя. А Цоя, какую песню любите? Ой, я люблю пачку сигарет. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть. Вам приятного аппетита, не буду вам мешать. Спасибо вам. У меня мурашки побежали. Оу, вау. Вау, shit, it is nice. Thank you. I'm from Spain. Thank you. I'm Spanish. Spain. And you? Oh, shit. Oh, it is nice, Spain, woman. And you? Are you from Russia, I think? No? Yes. Sure? Yes. Can I sing something for you? Spanish. Okay. Okay. Just play. In Spanish. Shit. Despacito? Despacito. Sí, of course. Yeah. It's a very popular song. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo a las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo.
dancing. Yes. Play, yes, yes. Beautiful, beautiful. Thank you. Oh. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Солнце взойдет, солнце взойдет. Это было круто. Спасибо. Ты из Испании, откуда ты знаешь такой русский язык? Ну, вообще-то я не из Испании, я пошутила, ничего. А, ты пошутила, ну, у тебя круто получилось меня обмануть. Спасибо, старалась. Ну, ты знаешь английский, да, я смотрю? Ну да, я из Армении, если честно. А, армянки. А вы откуда? Прикидываются испанками. Блин, ну армянки тоже красивые. Блин, ну ты... Получилось, мне кажется. Вы и танцевали, и порадовались, и удивились. Это было круто, это было круто. Армяне вообще жгут по полной. Елена Ереван, вот нашел, 737 да, тысяч. Да, да. Ага. Это вы? А, да. Это вы, реально? Да. Нифига, у вас с гитарой. Тут... Блин, да вы клевая. Я, спасибо. Я все, я подписываюсь. Спасибо огромное. Володя Шарапов, за столом засиделись не зря. Глеб Жиглов и Володя Шарапов ловят банду. И говоря, расцвела. Может, вместе что-нибудь споем? А, вы по-русски, да, понимаете? Конечно. Давайте, конечно. А что можем спеть дуэтом? Ну, давайте подумаем, какие песни любите? Да, я всеядные любые люблю там. У меня... Ну, какие можно петь, конечно. А, народные какие-нибудь. Народные. Наверное, одна найдется. А вы на стриме сейчас, извините. Как? Вы сейчас на стриме? Нет. Нет. Вы бы не хотели попасть? От вас бы все отписались сразу, если бы услышали этот дуэт, который сейчас вы предлагаете изобразить. Да ладно. Ой, то не вечер, то не вечер. Мне ой, да во сне привет.
понравилась вот эта шапка. Хорошо, что она, да, в тему. Черная вроде была, вроде бы шапка, вроде... То ли шапочка, то ли видение. То ли девушка, то ли видение. Хорошая песня, кстати. Да, ее так ношу, дабы казаться молодой. Молодец, позитивный человек. Вы из России, да? Я из России. Есть такой город недалеко от столицы. Вы, наверное, из Москвы, но слышали, наверное, город Тверь. Тверь я слышала, но я сама из Армении. Я в Ереване живу, но мы жили долго в России. Я не русская. Я почему-то подумал, что вы из Москвы. Нет. Такая девушка говорит без акцента. Ну, потому что мы жили в России. Музыкальное училище, да, закончили, наверное? Музыкальную школу в России и музыкальное училище в Армении. Ага. У вас в армии еще подписчиков еще добавилось, плюс. Спасибо огромное, ура! Приходите на мои стримы, мы делаем стрим каждое воскресенье, среду, поем по 3 часа, можете заходить. Я бы спел с вами еще, допустим, громче, но у меня хрущевка, вот такие тонкие стены. Понятно. И я боюсь, что соседи будут вызывать, я громче могу. Я вам как-нибудь днем позвоню и споем вместе громко. Если бы я в студии сидел, вот, допустим, как вы в студии, или там у меня был частный дом, а у меня соседи за стеной, они полицию вызывают и... Ну тогда не надо. Not really. Why? I'm really, really. Hello. And I'm guitar player and singer. Go on. What kind of music do you like? Techno. Oh no. Oh no. Impress me. No, I can't. Maybe something from Elvis Presley. Sure. Let's try. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my... And I guess I never told you, I'm so happy that you're mine. If I make you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. What are you doing here?
I don't know. I don't know. You have to go to a stage. To a concert. To give a concert. You're a professional player. I think yes. Yes? You can find my videos on YouTube, Elena Yerevan. I'm from Armenia. Armenia? Yeah. Okay. Elena Yerevan. Nice.